Я первый раз приехала в Красноярск, безусловно, я сюда стремилась. Моя бабушка, которая родом из деревни Крутой Емельяновского района, она всю жизнь свою посвятила работе в такой культурной программе, как «Красный чум». Фестиваль «Умного кино» проходит по крупнейшим городам России. В программу включен фильм «Мой фильм, мой личный дракон», который одновременно идет и в прокате в Красноярском крае. Я живу в Санкт-Петербурге, я родилась в Санкт-Петербурге, но мое творчество сейчас связано с Дальним Востоком и с коренными народами Севера, в том числе. Фильм, который вы увидите, я задумала где-то лет 5 назад. Мне хотелось посмотреть, чем занимаются подлинные герои Спилберга, да, то есть. А это рассказ о палеонтологах, которые ищут отечественных динозавров и находят их на территории Якутии. На территории Якутии действительно находится парк юрского периода. Вы об этом увидите. Это все наша реальность с вами, да, то есть вот сделать какую-то наш край, малую родину, найти своих динозавров, собственно говоря, сделать из них бренд и культ своей территории. Спасибо.